Новый онкорадиологический центр откроется весной в Махачкале. В этом лично убедился председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Он посетил объект вместе с министром здравоохранения Дагестана Танкай Ибрагимовым. Проект осуществляется в рамках программы республиканского и частного партнерства. О том, как проходит строительство центра, расскажет Изумруд Гамидова. Новый корпус радиохирургии на территории Центральной республиканской больницы станет единственным такого рода онкологическим кластером не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Строительную часть должны завершить к концу октября. Некоторое время уйдет на лицензирование, а уже весной можно будет начинать прием пациентов. За мизерное участие республики мы получаем за счет частных инвесторов большие вливания и вложения в республику. Еще раз подчеркиваю, это благодаря Рамазану Гаджимурадовичу, он нашел этих инвесторов, уговорил, чтобы они пошли в республику, поэтому вот такую большую работу. И наша задача вот не подвести до 22 октября вот это помещение сдать для того, чтобы полностью соблюсти эти условия соглашения. Новый центр дает и новые возможности. С введением корпуса увеличится и штат сотрудников. Часть специалистов уже подобрана. Порядка 50 человек здесь будут только профессионалы, которые и дневной стационар, и гамма-нож, и медицинские физики, и аппараты МРТ, которые работают специалисты, и на гамма-ноже. Это будут вот только специалисты в пределах 50 человек. По словам Танкая Ибрагимова, проект, который сегодня реализуется частным инвесторам, позволит создать такой уникальный центр, который будет востребован жителями не только Дагестана, но и охватит юг России. Главной особенностью центра станет то, что планируется закупить аппарат гамма-нож стоимостью более 4 миллиардов рублей. Он позволяет удалять злокачественные опухоли сосудистой патологии головного мозга неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические инструменты. Направляя гамма-лучи, она прижигает, уменьшает для того, чтобы не сделать открытых операций. В этом центре планируется не просто проведение вот этой процедуры гамма-ножа, но и диагностика достаточно на высоком уровне. Получить такую помощь смогут все жители республики, у которых есть показания. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.